Высокое качество, большой ассортимент и доступные цены – все это можно сказать про выставку-продажу одежды «Узбекский текстиль», которая открылась в Тверском торговом центре «Олимп». Подробности в нашем следующем материале. На пороге самое теплое время года, а значит, пора обновить летний гардероб. Здесь как нельзя кстати выставка-продажа «Узбекский текстиль». Тут представлено более 300 моделей – халаты, сорочки, футболки, белье, носки. Словом, все, чтобы одеться с ног до головы по сезону. Причем как взрослым, так и детям. Сейчас лето, все едут на море, на дачи. У нас огромный ассортимент. У нас есть халаты, шортики, маечки, дачные костюмы. То есть на любой вкус, цвет мы подберем на нашей выставке товар. Обувь у нас производство «Беларусь Эко-кожа». Она уже давно на рынке славится, то есть народ ее знает. Торгуем не первый год. Весь товар исключительно из натуральных материалов, чего стоит только знаменитый еще с советских времен узбекский 100% хлопок. Еще один важный фактор – цены. Они здесь демократичные. Это сразу же оценили покупатели, которых было много с самого открытия выставки-продажи. Благодаря профессиональной работе продавцов, каждого клиента обслуживают очень быстро, вне зависимости от того, расплачивается ли человек картой, либо наличными. Нормальные тоже, приемлемые для нас пенсионеров. Недорого, поэтому они покупают. Ну, вполне приличная выставка. Мы довольны. Цены как вам? Цены хорошие, ну, демократичные. Бюджетно. Многие люди, купив что-то, снова возвращались в торговый зал. В итоге уходили в прямом смысле слова с полными руками. Особенно клиенты отмечали вежливость продавцов и хорошую организацию выставки-продажи. Понравилось. Я считаю, что очень хорошо организовано. Я считаю, любезно девушки обратились ко мне. Что можно сказать о качестве товара? Я считаю, что качество хорошее. Выставка-продажа «Узбекский текстиль» будет работать в торговом центре «Олимп» с 10 часов утра и до 7 вечера, до 6 июня включительно.